Всем привет, с вами снова FIFA Прогноз, и в студии, как обычно, я, Амир Сабиров и Глеб Дигматик. Мое почтение, Амир. Глеб, привет тебе тоже. Сегодня у нас просто бомбический матч. Барселона у себя на поле, на Камп Ноу принимает Атлетико Мадрид. Шикарный матч, узнаем, будет сильнее. Да, обе команды имеют шансы на чемпионство в этом году. И как и Барселона, так и Атлетико. Ну, сильные команды, естественно, они имеют шанс. Да, но вот букмекеры считают, что явный фаворит у нас Барселона. Ну да. Почему-то. Давай посмотрим коэффициенты. Давай, ты огласишь. Да, Барселона. 1х ставка 1.85, Винлайн 1.80 и Париматч 1.80. Кстати, с Винлайном похожие, получается, ставки у них. Ну, да. Посмотрим, что у нас с Атлетико. Да, Атлетико у нас аутсайдер в этом матче. 1х ставка 4.68. Винлайн 4.38, пари матч 4.30. И на ничью 1х ставка 3.66, винлайн 3.68 и пари матч 3.80. Ну, вот так вот думают букмекеры. Ну что, посмотрим. Явный фаворит Барселона. Барселона. Что, посмотрим? Да. Посмотрим, что будет в игре? Я сыграю за Барселону, потому что мне нужны фавориты. Давай, я за Атлетико. В прошлом выпуске кто выиграл? Конечно же. Конечно же, да? Наш любимый Глеб. Наш любимый Глеб. Ну, посмотрим. Поехали. Выиграю я с фаворитом. Поехали. Поехали. Давай. Ну что, начинаем. Да. Наш сегодняшний матч. С вами. Бомбический жаркий матч. Вообще. В атаку убежать. Кто это у нас? Это у нас Суарес. Суарес, кстати. Кстати, да, Суарес против своей бывшей команды играет. Да, удивительно. Удивительно. Я думаю, руководство Барселоны давно локти кусают, что расстались с этим нападающим. Ну что, ну, ладно, трансферное дело, оно такое. Это уже другая история, ладно. Здесь, кстати, могли бы штрафануть, но отложенный штраф. Видимо, что-то там было не так с подкатом, да? Да. Ой. Видимо, эх. Ой-ой-ой-ой-ой, какой удар, а? Ты хорошо, видел? Каутиньо? Ты видел, да, как оформил. Каутиньо. Первый хорошо. Не зашел, а второй как залетел. Хорошо добил просто Каутиньо, шикарно. Молодец. Каутиньо. Смотри, как он радуется просто. Так. Ну что, у тебя все шансы. Ну что, Барса у себя на поле вышла вперед. Ну, как и ожидалось, в принципе. Да, поехали. Кстати, дали желтую на игроков. Ну, кстати, Суарес, это как раз отложенный штраф, о котором я говорил. Да, все правильно. Ой, Суарес. Сегодня у тебя прямо неваляшки на поле. Давай-ка. Работай над ними. Ну вот, ребята, хорошая атака. Первая в матче. Так. Оп. Неплохо. Навес, неплохой. Ты хочешь от Испании. Оп. Ой-ой-ой. Хорошо, через да? Через себя как, а? Красиво. Если бы так голы забивали. Это кто был? А я не видел. Гризман? Кстати. По-моему, Гризманчик. Гризманчик? Да. Его меня называют. Ну, я люблю уменьшительно ласкать. И! Все-таки ты оформил. Феликс. Молодец. Феликс. Жоу Феликс. Скажу молодец, а сам буду плакать в подушку сегодня. 1-1. Быстро Атлетико сравнивает. Так, там Лемар. Роберто. Лемар в стеночку. Поехали, Лемар. Лемар только может стать лемуром. Так, давай-ка. Дальний. Хорошо. Тер Штеген сыграл. Гризманчик. Тебе вошло в обиход уже? Как ты говоришь? Тебе понравилось? Гризманчик. Гризманчик. Дюбле. Так. Сломал. Выход 1-1, Суарес. Кстати, Месси сегодня... Какой гол хороший, а? Был неплохой гол. Месси сегодня что-то как-то потух, да? Ну, то ли еще будет. Старость, не радость, не знаю. То ли еще будет. Защитник разыграть. Дать пас назад, дать пас вперед, дать пас назад. Русская тактика. Российская премьер-лига. Так. Здорово контролирует мяч, кстати. Неплохо, да. Ну что, борьба за кожаный мяч продолжается. 14-5 баня. Да. Тики-така. Так, контратака хорошая. Ну-ка. Нет. Эх. У меня. Пенальти? Ай. А вот это уже пенальти. Уже тут вот прямо. Это Альба. Это Альба нарушил. Я прям нервничаю уже. Кусаю ногти, кусаю губы. Так. Вот ты ее убрал. Так. Ты убрал, что мы обманули. Не силен. Пенальти, ну-ка. Мы проверим. Да, ты очень силен в пенальти.
Момент был хороший, чтобы сделать большой отрыв. Сейчас у меня все-таки шансы еще есть забить. Несмотря на то, что... Кстати, первый гол открыл я. Посмотрим, как будет дальше. Контроль мяча неплохой. Роберто, пас в разрез. Роберто, мы снимаем до кучи. Да, наш игрок. И не только игрок. Отбор хороший. Так, и все, да. Первый тайм завершен. Первый тайм у нас завершен. Посмотрим, что будет во втором. Посмотрим статистику. Давай посмотрим статистику. И решим, что будет так. У нас по статистике в следующем тайме. Смотри. Голы. Удар, по ударам полное равенство. Удары вообще просто... 6 ударов и удар, по ударам створ 3. 3-3. Владение мячом. У меня, как ни странно, больше. Хотя у тебя, вот как ни странно, 2 гола. Да, тавтология, как ни странно. Ничего страшного. Точность пасов 83-88, у тебя чуть получше. Нарушение. А у меня чуть получше. Нарушений в этот раз очень много, я бы сказал. У тебя. 1-1. Ну, немного. Но по сравнению с прошлыми выпусками, да. Я вот про... Много. У нас там вообще нарушений практически не было, я поэтому... Да, ну что, продолжаем? Что ж, мне нужно срочно отыграться. Давай-ка, Амир. Месси, ну где? Реализуй ты моменты. Ой, так Месси. Опять Месси. Мне вот страшно, когда Месси... Ох, Каутиньо. Ты видал, Каутиньо. Каутиньо дубль оформил, да, у тебя? Да. Здорово, хотел бы я назвать его игру Каучужный, но он сыграл хорошо. Здорово. Кстати, вот второй гол, по-моему, Каучужный. Да, первый же тоже. Дубль пошел. Продолжаем матч. 2-2. Да, игра стала какой-то вообще непредсказуемой, что-то непонятно. Зубодробилка какая-то, да? Может перевести свою атаку. Так, Амир, у тебя так все шансы. Феликс. Нет. Куда затормозил Феликс? Ой, и... какой сейв. Хороший сейв. Так. Так. И штанга! Вот опасно, это просто опасно, красиво, опасно, ты штанга. Видел? Как это было это шикарно. Это было жестко. Я да. думаю, просто коленки дрожали сейчас у игроков Барселоны. В реальной жизни подорожали. Ну все, мои ребята посыпались. Прижали. Главное удерживать мяч. Гол! Нет. Зашел мяч. Ну как? И, кстати, забил Коста. Кричи И! И! Гол! Коста забил. Это зараза. Ну, все, я думаю, это все. И все, да. Как ни странно, фаворит все-таки проиграл. Да. Посмотрим, как будет реальная жизнь. 3-2, Атлетика все-таки. Ну, я не верю, что Барселона так зальет катку. Дома проиграет, да? Да. Тем более, да, они же хозяева. Они ну, не знаю. Я почему-то верю в Атлетика. Ты прям заядлый болельщик того, за кого ты играешь. Я всегда да, вижу. Да, конечно, Глеб. Хорошая игра получилась, да? Великолепная. Шикарная, напряженная до самого конца. Да. Они сражались за родину. Я, кстати, впервые по владению мячом проиграл наш выпуск. Насколько я помню, все-таки в прошлом выпуске у меня было чуть побольше. Да? Да. Я чуть не помню. В первом тайме. Во втором обычно у тебя побольше, обычно но я просто забил. Я всегда мячом владею. Заметил, наверное, да, это? Ну, ты любишь похвалить себя, конечно. По отборам 8-6, ну, почти равно. Нарушение 3-2. А желтая карточка 1-1. Ладно. Нету. Травм, как слава ни странно, Богу. Хотя слава Богу, игра кстати. Напряженная была до самого последнего конца. Точность пасов 87 на 82. Угловые 2-2. Да, ну равная. Что ж, равная. Я по статистике можно сказать равная. Я расстроился. Игра была. Я очень сильно расстроился. Ну не волнуйся, это же только игра. Я буду надеяться, что Барселона все-таки пройдет вперед. Это же все-таки футбол. Все нормально, это спорт. Да, это не хоккей, это же все-таки футбол. Да. Это спорт, я имею в виду, это спорт. Все здесь бывает. Да. Ну что, вот такой у нас получился прогноз. Атлетика просто в зубодробительном матче обыграет Барсу со счетом 3-2 в гостях. Я кусаю свои ногти, я кусаю свои губы. Да. Я просто плачу в подушку. Атлетика ближе подкрался к чемпионству. Ну посмотрим, посмотрим, что будет в реальной жизни. Смотрите обязательно этот матч. Да, увидимся с вами в следующем выпуске, ребята. Да, всем пока. Спасибо.